The GMS method. Fluency one. English. Ruski Ruski Isabel's reading the newspaper. She's been reading it for two hours. Isabel читает газету. Она читает её уже два часа. Isabel читает газету. Она читает её уже часа. How long have you lived in this house? Ты давно живешь в этом доме? Ты давно живешь в этом доме? Is that a new coat? No, I've had this coat for a long time. Это новое пальто? Нет, у меня давно это пальто. Это новое пальто? Нет, у меня давно это пальто. Malik's in Seattle right now. He's been there for the last three days. Малик сейчас в Сиэтле. Он там последние три дня. Малик сейчас в Сиэтле. Он там последние три дня. Ясмин в Бразилии. Она там уже три дня. Ясмин в Бразилии. Она там уже три дня. She's been there since Сегодня среда. Она там с понедельника. Сегодня среда. Она там с понедельника. Lucienne has been in Canada for six months. Lusien в Канаде уже шесть месяцев. Люсиен в Канаде уже шесть месяцев. Люсиен has been in Canada since January. Люсиен в Канаде с января. Люсиен в Канаде с января. We've been waiting for two hours. Мы ждем уже два часа. Мы ждем уже два часа. We've been waiting since nine o'clock. Мы ждем с девяти часов. Мы ждем с девяти часов. I've lived in Chicago for a long time. Я живу в Чикаго уже долгое время. Я живу в Чикаго уже долгое время. I've lived in Chicago since I was ten years old. Я живу в Чикаго с десяти лет. Я живу в Чикаго с десяти лет. Jasmine started her new job three weeks ago. Jasmine начала работать на новом месте три недели назад. Ago. Когда ушел Набору? Он ушел десять минут назад когда ушел на бору? он ушел десять минут назад I had an hour ago. я обедала час назад я обедала час назад life was very different a hundred years ago жизнь была совсем другой сто лет назад жизнь была совсем другой сто лет назад

Как долго она в Бразилии? Как долго она в Бразилии? She's been in Brazil for three days. Она в Бразилии три дня. Она в Бразилии три дня. My aunt has lived in Australia for 15 years. Моя тетя живет в Австралии уже 15 лет.

Мексика является независимой страной с тысяча восемьсот двадцать первого года. Мексика является независимой страной с тысяча восемьсот двадцать первого года. The bus is late. We've been for 20 Автобус задерживается. Мы ждем уже двадцать минут. Автобус задерживается. Мы ждем уже двадцать минут. Nobody lives in those houses. They've been empty for many years. Никто не живет в тех домах. Они пустуют уже много лет. Никто не живет в тех домах. Они пустуют уже много лет. Michel's been sick for a long time. He's been in the hospital since October of last year. Мишель болеет уже очень долго. Он в больнице с октября прошлого года. Мишель болеет уже очень долго. Он в больнице с октября прошлого года. When was the last time you ate? Three hours ago. Когда ты последний раз ела? Три часа назад. Когда ты последний раз ела? Три часа назад. When was the last time you were sick? Five months ago. Когда ты последний раз болела? Пять месяцев назад. Когда ты последний раз болела? Пять месяцев назад. Когда ты последний раз ходила в кино? Буквально на прошлой неделе. Когда ты последний раз ходила в кино? Буквально на прошлой неделе. When was the last time you were in a car? Just this morning. Когда ты последний раз была в машине? Буквально этим утром. Когда ты последний раз была в машине? Буквально этим утром. When was the last time you went on vacation? A year ago. Когда ты была в прошлый раз в отпуске? Год назад. Когда ты была в прошлый раз в отпуске? Год назад. Мунгол и Уонхе have been married for 20 years. Монголь и Онхе женаты уже 20 лет. Мунголь и Онхе женаты уже 20 лет. Монголь и Онхе got married 20 years ago. Мунголь и Онхи поженились двадцать лет назад. Мунголь и Онхи поженились двадцать лет назад. Николас arrived an hour ago. Николас приехал час назад. Николас приехал час назад. I these shoes a few days ago. Я купила эти туфли несколько дней назад. Я купила эти туфли несколько дней назад. Мириам изучает английский уже шесть месяцев. Мириам изучает английский уже шесть месяцев. Have you known -tong for a long time? Ты давно знаешь Хайчона? Ты давно знаешь Хайчона? Natalie's been in Brazil for three days. Natalie brasilio уже three дня Natalie brasilio уже three дня Gonhong's been here since Tuesday. Gonhun's deceas safornica. Gonhun's deceftornica. It's been raining for an hour. Дождь идет уже час. Дождь идет уже час. I've known since 2002. Я знаю Мин две с 2002 года. Я знаю Мин Дзюань с 2002 года. And Pauline have been married for six months. Рэми и Полин женаты уже шесть месяцев. Реми и Полин женаты уже шесть месяцев. Хитоми изучает медицину в университете уже три года. Хитоми изучает медицину в университете уже три года. Ичиро играет на пианино с семи лет. Ичеру играет на пианино с 7 лет. Его машина грязная. Он сейчас моет свою машину. Он помыл свою машину. Теперь она чистая. Его машина грязная. Он сейчас моет свою машину. Он помыл свою машину. Теперь она чистая. They're at home. They're going out. They've gone out. They're not at home now. Они дома. Они уходят. Они ушли. Теперь они не дома. Они дома. Они уходят. Они ушли. Теперь они не дома. I've lost my passport. I can't find my passport now. Я потеряла свой паспорт. Теперь я не могу найти свой паспорт. Я потеряла свой паспорт. Теперь я не могу найти свой паспорт. She's gone to bed. She's in bed now. Где Рене? Она пошла спать. Она в кровати сейчас. Где Рене? Она пошла спать. Она в кровати сейчас. We've bought a new car. We have a new car now. Мы купили новую машину. У нас теперь новая машина. Мы купили новую машину. У нас теперь новая машина. It's Rashmi's birthday tomorrow and I haven't bought her a present. I don't have a present for her yet. Завтра день рождения Рашми, а я не купила ей подарок. У меня до сих пор нет для нее подарка. Завтра день рождения Рашми, а я не купила ей подарок. У меня до сих пор нет для нее подарка. Licensed by HLXKAG. Brought to you by Glossika. This has been a Glossika production. 2015. www.glossika.com